Фух. Ну что ж, поехали. Джинкс. Прогресс превыше всего. Я приведу наш город в будущее. Неважно, готов он к этому или нет, Виктор. Мутаторы, максимальная эффективность. Призывая бойца, оппонент дарует ему случайный навык. Смотрим первый баф. И пока мы смотрим первый баф, я даю вам ставку, пройдем ли с первого раза. С первого раза имеется в виду даже с учетом дополнительной попытки, которая на джинксе висит, вот это вот ангел-хранитель. То есть вот просто до рестарта, то есть этим билдом. Пройдем Виктора с первого раза. Да, нет, давайте у вас 2 минуты, допустим, и поехали. Как призываете бойца с силой 5+, он наносит удар слабейшему врагу. Ого! Это реально звучит как отличный старт. Логин ивент в Геншине. Что-то я 2 дня уже где-то просрать успел. Странно. У вас минутка еще. Ну ладно, я думаю, я беру трифарианскую мощь. Первый противник — Страж Площади. Начало раунда, оппонент создает в руке карту Страж Площади. Ясно. Начало раунда, не игры. Ага, то есть как только он сыграет 10 спеллов, он каждый ход будет играть по одному Стражу Площади, правильно? Нельзя доводить до этого, нельзя. Покажи всю карту. Азир по дороге. У союзных песчаных солдат +2, +0. Стоп, здесь можно вот прям быстро до Виктора дойти, а можно долгим путем, чтобы бафов полутать. Ну, мы, конечно же, долгим потом пойдем. Хм, забавно, кстати. Тоже прикольно. Все, сделали ставку. Сделали. 50 тысяч, 20 тысяч максимальные ставки синяя-красная. И 40 на 60%. Окей. Два пилтоверских механика спешно чинят несколько огромных металлических стражей. Никому не пожелаешь сражаться с такими. Кстати, а чего самого Виктора-то, если... Союзники оппонента +1/+1 за каждый свой навык. Нихера он стат все качает, ясно. Аскаэль, ну надо же как-то порофлить, да? Какое-то байтовое название придумать. Поропушкой можно шараш-монтаж сбросить. У него 25 хп. Новичка выкинул. Страж площади сбросил. Логично. Все равно создаст его в начале следующего раунда, да? Производственный бум. Понимаю. У одного из них щит. О, мы просто атакуем. Ну, регенерация. Я как бы могу еще пора сбросить, убить его, ключ код. Зачем? 3-3. Обожаю неразгаданные тайны. Тян, да? Угу, пора пушка.
Девочка с щитом от магии. Блин, это, конечно, выглядит слабо, да? Так, ладно. Дровоем берем две дополнительные карты, чтобы можно было еще одну сбросить из них. Вам понравится ёрлы в форме? Ну, вампирка, иди в задницу. Кажется, я его постараюсь сбросом карт убить. Если, конечно, получится. Или спеллом каким-нибудь. Сброс карт. Эти глупцы боятся будущего. Но только сейчас может не сюда прилететь. Эх. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Да, вампирка, конечно, неприятна. Можно что-нибудь? Далеко собираешься? Скоро бесплатно роботов начнет играть. Ну ладно, еще не скоро, хотя уже плюс грибы. Ну, еще один ход по факту. Кусак невозможно, не могу сыграть, но они нанесут один урона, но зачем? Пил-пил с грибочком, понимаю. Угу. Первый 6-6 с притяжкой еще к тому. Этот щит получил. Угу, пора. Создайте в руке две случайных карты стоимостью еще один из своей колоды. Жалко, конечно, робота, но ничего страшного. А, нет жетона атаки, серьезно? Все еще ясно. Поехали. Пора действовать. Мое первое серьезное задание. Да как куда? Куда еще грибы, блин? Три штуки, ну капец. Так, пора бежать. На Викторе хотя бы билк с уроном от сброса работает. Да, если он только не получит себе сразу же щит. Кейтлин, ловушечки, либо Мальфит с призывом мест силы до конца игры, но это так себе. Вместо силы стоимостью 10+, когда я повышаю свою уровень, создайте в руке карту безудержная сила. Я думаю, что Кейтлин early game, и вот это вот все. Хотя Малфит не так плохо работает под нашу трифарианскую мощь, которую мы пока нигде не можем сыграть, кроме Джинксы. Ха, 3-1, 1-1, 5-6 гека. Не забывайте кликать по Алиэкспресс, пока я его увидел. Реник. Беспощадный хищник, кровожадный мародер. Мне кажется, вот это хорошим вам сейчас. Еще притяжка, уязвимость на того же Виктора кидать, допустим, да? На Азира. Молотосос. Ну, Пайк со своей охотой просто в помойку идет. Блин, 4 перевыбора есть, но я хз, Реник выглядит нормально. Но Реник тоже стоит 4, как и Джинкс. Значит, играть его почти некогда. Но мне нравится эта притяжка. Да и единички это хорошо, в принципе. Рерол.
Риван, ты на красное ставил. Ага, и Дедлукс на красное ставил. Плохие, говорит. Нормально. Я думаю, что треник хорошо зайдет. Хилка, удаление карт. Сундук с заклинаниями. Здесь дефектный бот-разменщик. Понятия не имею, что он делает. И адаптатрон дает всех роботов бесполезных. Как же мне зашел этот режим, и как же приятно, что не нужно ничего фармить, прям как в Slay the Spire, да. Так, у всех бойцов есть особенность, призвав меня, дайте мне характеристики 2.5. Что? Золотой бот-крушитель. Окей, и... Кража со взломом на начало раунда, у оппонента есть 50% шанс создать в руке удачную находку. Игрока шанс 25. Бот забавный. Я взял Свена. Всегда бил в Nexus. Классно тебе, у меня такой возможности нету. Блин, ну хиллер сам по себе, ну сброс колоды какой-нибудь, да? Ну пока что непонятно, что сбрасывать, пока вроде относительно все карты полезные. Сундук с заклинаниями. Я думаю, на сундук с заклинаниями пойдем. И мне, честно говоря, страшновато за Джинкс идти на этого бота. Это он сильнее, чем я, скорее всего. Откуда это у меня? Ты задаешь слишком много вопросов, дружочек. Будешь покупать или нет? Ну, разве что у меня 2.5 инвизер и пора есть, а так как бы нормальных статов-то и не будет. Более-менее, наверное, стремление к наживе. Кража со взломом Ануса. Жаждет крови! О, как тут круто! Угу. Мы точно ставим ракету. Скидываем, скорее всего, хищника. И убиваем этого парня. Не, лучше новичка хищника подреника оставим, да? И тебе привет, Сура. Здорово. Познайте нашу ярость! Окей. Мощно. Еще пора пушка. Ай, какая нахер... Какой нахер блок? Типа задница, скип. Вылезла же, блин, да? Меня просили это придержать, но ты мне нравишься. Пять, три с разведкой. Разведка неприятная, ей можно сделать пиу-пиу. Выберите одну из трех усилий, даруйте союзнику. Я думаю, что самое логичное сейчас это Хоба, Реник. Мой ящер проголодался! Сожрите их и выплюньте кости. Теперь ты в хороших руках. 2-3. Что ты там должен сделать? Нанести урон, да? Окей. Быстрая атака, выбор противника. Когда я выбираю противника, даруй мне плюс 2, плюс 1. Но я могу выбрать против... здесь что, атака? Дайте мне плюс 3, плюс 3. Интересненько. Ну вообще 2 хп есть, 2 хп, но выбор полезный. Но нам не очень нужен выбор, потому что у нас есть беспощадный хищник. Может быструю атаку просто ему дать? А так хп будет. Сложный выбор на самом деле, очень сложный. Быстро так.
похилиться самостоятельно после прокачки и всего-всего. Надо только дать врагу сыграть хоть одну карту какую-то. А для этого нам надо сыграть Пора. Сейчас повеселимся. Отлично. Плюс 2 и уязвимость. Когда я выбираю, даруйте мне плюс 2, плюс 1. То есть он нанесет 6, а до этого он нанес 3 урона. Придется ему урон давать. Фак. Загоним их. Вырежем их. Пленных не брать. Угу. Можно, конечно, шараш-монтаж бахнуть. Но зачем? У него же... А, у него пробивной удар еще. Оу, тогда можно. Найс. Да, достань блестяшку. Достань блестяшку. Пробуждение песков. Я вырубаю стражу, шипик тащит добро. Вековурский воин, 5-5. Удар, создайте удачную находку. Да создавай сколько хочешь. Я жду. Пробивной удар, конечно, 5-5. Ну, плохо. Ну а что поделаешь? Пробивной удар и пробивной удар. Что тут у нас? Я всегда готов. А вот без удачных находок Реника, конечно, сложнее качать, да, гораздо будет. Ты труп. Лучше беги. Это что-то ценное. Ой, какая там козочка классная, пипчаная. Вечная бойня. Как я с Зеной прошел, легко. Я его замораживал, я его контролил, он вообще ничего не делал. Так, реставратор, счетчик места силы. Какого места силы? Парли, говно, зазубренный кинжал с устрашением дед 6-5. Закажи заклинание стоимостью 6, но это точно перевыбор. Восстановление на подозрительную личность. Подождите-ка. А как это будет работать? Она же превращается в другого юнита. Получается, восстановление не будет работать на ней? Если когда меня призывают выводить карты стоимостью 8+, даруйте мне восстановление с быстрой атакой 3-5 тролль. У меня нету карт 8+. Скорее всего, не сохранится эффект. Да мне тоже так кажется. Временной сдвиг дайте союзному чемпиону. Если я погибаю, вместо этого исцелите и дайте плюс 3, плюс 3. Блин, временной сдвиг звучит играбельно в теории хотя бы. Хотя бы играбельно. Я не буду реролить. Наверное, возьму сдвиг. На того же Реника отлично садится, да? Так, что у нас тут будет? Взрывоопасная техника. В каждом раунде оппонент дарует случайный навык своему первому призванному бойцу. В каждом раунде оппонент... Ага, еще. Ясно, там пора будет. Или Векаурская воришка. Начало игры, оппонент призывает дворец. Когда дворец заканчивает обратный отсчет, оппонент крадет у игрока кристалл маны и призывает дворец военачальника. Тоже звучит неприятно. Кристалл маны минус кек. Ну, потрепанный пора бот звучит жестко, но я не очень хочу идти к дефектному боту-разменщику, поэтому идем сюда. Приоденься, применив плюс спелл. О, сбучий песок. Минус 1 от стоимости. Отлично подойдет для Реника, например, чтобы его качать. Или нет? Плен за 0. Союзник берет в плен другого и получает его характеристики.
Звучит отлично. Ну, сюда мы уже не завернем. Здесь сундук с предметами. Здесь непонятно, что было бы. Маленький поробот спешит по своим делам. И собственная кривобокость ничуть его не тревожит. Как работает разграбление? Для того, чтобы его прокнуть, тебе надо сыграть, во-первых, карту из руки, да? Ну, на которой написано разграбление, я делаю то-то, то-то. Но до этого тебе надо нанести урон по нексусу противника. Вот и все. Довольно просто, на самом деле. Завтрак на воде. Пока что бафы не очень сильные. Оставим для будущих времен. А вот еще один завтрак. Минус один пил-пил. Наверное, дроваем карты. Помогите, чем можете. Помогите, сиротки. Понимаю. Техноманьяк за один, наверное. Что я умею? Чего я только не умею? Пробивание, First Strike, Spell Shield. Чего? Чё такой жесткий? Померимся силами. На Фирсом. Классно. Если он под Виктором был, не говори. Джинкс, это Джинкс. Подожди, а чё в него выстрелило? Почему при... Когда я сыграл Джинкс, я же не сбрасывал карту. Орать не помогает. А чё ты орёшь тогда? Да, плюс 0 уязвимость. Ее врагам не помогает. Я сломал руку. Теперь у меня новая. First Strike опять тоже еще и инвиз одновременно. Ладно, скип. Этого хотя бы пил-пиум можно убить. А своему первому призванному, я думал, тому, кто стоит на столе. Так, что-то мне не нравится эта рука. Ну, здорово, спасибо. Здесь, в принципе, можно будет Джинксой задефаться. Для того, чтобы ей задефаться, ей бы здоровье кусак передать, да, наверное. Делать за ноль. А для того, чтобы делать это за ноль, нужно куда-то тратить обезьяну. Я не хочу тратить обезьяну. Да. Хочу. Я хочу качнуть Джинкс. Улучшить. Прямо в этот ход, кстати. Так, берет в плен другого и получает его характеристики. Че, неужели прям сейчас? Ну да, чтобы задровить две карты на следующий ход. 3-2, девочка. Наш офигела. Хорошо. Джинкс под лапом. Обезьянка с кусаками. Открываемся при помощи обезьянки и кусак. Наверное.
А куда мы вбиваем обезьян? Да не, наверное, просто в атаку пойдем. Идем. Классно. Хорошие. Я меняюсь характеристиками с другим бойцом. Ты издеваешься? Ты серьезно? Ты даже... Ты можешь с чемпионом меняться? А ты не охерел? И, конечно же, он получил стойкость. Конечно. Жестко, жестко. Сейчас рванет! А, я себе статы уменьшил. Да, логично, конечно же. Гениально. Круто. Супер. А он еще и... А он еще и с пробивным ударом. Минус 3, минус 6, размен бота. Ее пытаются убить, мы ее рисаем. И она становится 7-7, не знаю. 7-4. Понятно. Минус 3, минус 6, размен бота. Ну так вот сработал, да? Ясно. Но я не могу отдавать джинкс. Конечно, жестко. Окей. С 11 хп, где мне хп теперь регенить? Я так и знал, что идти на этого пора бота, это просто жесть будет. Вообще не блочь. Ну, вообще я как бы хотел сблочить. Небось, крабы думают, что это мы ходим боком. Мне, типа, лучше 2-5. 1-1, а я не мог. Не, ну типа я, конечно, выиграю ракетами, но до этого еще дожить надо. Все по плану. Я его уже придумала. Кейтлин здесь блокер, я не могу его атаку отправлять. Я пробивал талоны, а теперь... Ну да, давай еще головы пробивать зажиганием. Думаю, что за омскую оборванку лучше последней сыграть. Да. Блин, он же сейчас по-любому сыграет перед тем, как в атаку идти, да? Проклятая сточная чехотка. Да как ты? Ух ты, привет из прошлого. Чипите окончено. Два. Осталось подождать. Знаешь, не блочил лучше бы его. У него, блин, пробивание. Меня через ход уже убьет. Можно ли улучшить идеал? Системное обновление. Пора действовать. Но это похоже на вуз. Anyway. Орать не помогает. Подарите маме. Посмотри на себя. Ну, да... Так, пора бежать. Серьезно, просто ботом-разменщиком меня выиграл. Шесть. Боевая готовность. Надо было юзнуть. Юзнул бы тогда ракету, юзнул бы сейчас ракету, может быть, и выжил бы. А чё я не юзнул ракету-то? Ну, потому что я уже отчаялся. На самом деле, мог бы еще и выиграть в теории. Но вряд... Но нет, я бы сейчас юзнул ракету, у меня мой ход был. Пора пушка и ракета. Да, это был бы... Это был бы вин, но на 2 хп. Ну, поздравляю красных, с первого раза не получится. 10 мисплеев из 10, ну, что поделаешь.
Ага! Почему я поздравил красных? У меня еще воскрешение на фулл хп. Бля, чат, простите, я тупой. Ладно, мы еще попытаемся. Это уже не с первого раза. Нет, это с первого раза. Все равно бы проиграл. Ну, сейчас посмотрим. Если бы я. Если я не проиграю, Эдвард Риван, с тебя 10 подписок. Или все свои рогалики перельешь остальным игрокам. Синим. Тем, кто были синие, будешь им рогалики переливать, понял? А зачем я пытаюсь играть? Мне же сейчас юнитов надо будет выбивать каким-то образом. Пробивной удар, дракон. Ага. Мне не хочется кусаки скидывать, но так хочется его убить. Помогите, сиротки! Да фак. Так можно было еще новичка поставить. Ну теперь можно скушать за бесплатно. Вот. Ты невидимый, тварь. Лево. Испытайте удачу. Че ж ты раньше-то, да? так не делал, со своими картами меняться. Круто же, нет? Славная битва! Ой, я дракону баф отдал. Дракону с... с этим. Ну ладно. Бывает. Три Кейтлин. Что тут у нас? Новичок. Дракон с пробиванием, да? Будь кем хочешь, говорили они. Неприятный блок у нее. Неповторимость. Очень неприятный. За что? И у обоих, конечно же, пробивной удар. Я ее пробью на следующий ход просто через китлой. Ну ладно, может быть я сейчас второй раз здесь сдохну на самом деле. Враг на прицеле. Отдайте монет. Не, ну скорее всего как-то пробьем, но... Нет джинксы, нечем карты дровать. Забирай статы, да. Ну, одинаковые практически. Ничего особо не поменялось. А, ну только у меня будет 2-3, потому что... Плюс один в этом раунде. Окей. Здесь нет пробивного, но есть устрашение. О, боги. Вампирка. 5-5. Да, я, походу, реально проиграю сейчас. Это не заблочить. Это бесполезно. Это, ну, тоже бесполезно практически. Не с позором, да и все. Я вам что, хардстоунер, что ли? Мой путь омывают реки крови. На шаг впереди. Пусть это сработает. Ладно.
5-3-19. Ждет блестящее будущее. Интересно. Смотри, что дальше. 7-6, броненосцы. Веселые ребята, я понял. Да я крутая! Она точно на нашей стороне? Она же, я же наношу удар, да? Слабейшему? Слабейшему, я думал, сильнейшему. Об этой штуке бы не забывать, да только юнитов у меня силой 6, не, силой 5 нету. Хера там инвиза повылазила. Чё началось-то? Чё-то даже жутко. Составляю план действий. God bullet, но... Не, ну мы сейчас ещё разок попробуем. Улучшить совершенство. Сейчас рванет! Я успела на Виктора. Да. Мы уже один раз сдохли и уже дали баллы красным. Боевая готовность. Можно считать, что успели. На прицеле. Прикреплять бомбы сейчас выгодно, мне кажется. Ловушка расставлена. Предохранитель отключен. Хоть одну бомбу. Ну, бимбу дай мне, бимбу. Влево. Ой, блин. От Фирса мы не одеваемся. Ну блин, бимба, ну даже в него бы бимба хорошо зашла. Мое будущее. Лохотро, лотерея. Меня подстрелили. Да, опять 2 хп, кстати, заметьте. Но в прошлый раз-то я выигрывал. Бимба! Она сыграла. Один хп можно выиграть сбросом карты какой-нибудь, в теории. Вампирка, пробивной удар. First strike. Таран! Вижу цель. Подкрепление не требуется. Но я еще жив. Я не промахнусь. А, и здесь пробивной тоже. Нет, не жив. Что здесь, что здесь, я умираю. Таран с пробивным ударом. Блин, ну и жесть здесь творится, конечно. Но мне это нравится, это весело. 83, ага, спасибо. Мог бы больше получить, если бы убил того бота. Но боты очень жесткие оказались. Так, ну ладно, я предлагаю сейчас на самом деле без реса пойти. Бахаем здесь плюс 1, плюс 2, раскачиваем джинкс и выигрываем. С первого раза. Ну как бы first try вообще easy win должно быть. Бурный поток маны. Один хп не добил. Кстати, да, если бы 2 бимбы взорвалось, если бы 3 или сколько их там было. Чего? Бурный поток. В первых 3 боях начала игры получить кристалл маны. А нахера мне это? Риван, ты об этом говне, да, говорил? Я его даже зареролить не могу. Эта игра так говорит, что я слабак, я понял. Это если ты проигрываешь в первых 3 битвах, да, я так понимаю. А, ну это реально...
Это нормальная тема. Это сделано как в шпиле. Да, да, это сделано как в шпиле, смотрите. Если вы прошли хотя бы, условно говоря, первого босса, это три битвы, раз, там, два, три, да, а потом босс, вы получите нормальный баф. А если вы не дошли до первого босса, то вы сосете бибу с дополнительным кристаллом маны. Это нормально. Это против фриролов сделано, и сделано как в шпиле. Но что, ну, хоть какой-то утешительный приз дается. Черт возьми, я не хочу с этим утешительным говном играть. Ну ладно, поехали. Без первого бафа? Как вообще это проходить без первого бафа? Фуга. Что здесь щит на копателя? Нормально, кстати. А, плюс мана. Ну, конечно. В атаке, допустим. Помогите, чем можете. Раз на три боя фора, чтобы в следующий раз не было. Чтобы в следующий раз было ок. Ну да, но я-то, ну, хочется это полностью пройти. Ладно, не, это хороший. Это нормальный механ. Я согласен с тем, что они сделали здесь. Блин, пора не задефается. Джинкс не невидимая. Есть один способ. Пошел в помойку. Так кашляет громко, страшно каждый раз. Есть такое. Это было быстро. Мы всех подорвали. Угу. Пилтоверский университет. Три мимолетные карты. Блин, подозрительная личность, а против Виктора может быть не так уж и плоха на самом деле. Сбросьте всю руку. Играть сразу после джинксы условной. Сброс руки... Стоп, так универ классный, подождите-ка. Он же будет настреливать по три тычки во врагов. Это же сильно. Да поехали. Он же будет дамажить врагов каждый ход на три. Ну не на три, окей, но... Нет, это хорошая карта. Поппи с оружейницей, с кузнецом. Но нас не замилит, не знаю, нет. Киндра, ух, киндра звучит тоже хорошо, кстати говоря. Очень хорошо. Поппи даже хуже, чем киндрат, по-моему. Джарван не хочу, киндрат возьмем. Пускай убивает врагов. Киндра это прям супер. Я знаю точно, что я не хочу к этому роботу больше идти, да? Магазин рановато, сундук с картами для чемпиона, ну... Ну ладно, не, этого робота мы сейчас вынесем в любом случае. Что еще здесь есть? Сундук с золотом или дефектный бот? Налево сундук с картами чемпиона, 2-5. Ну, все юниты 2-5. Ну ладно, у нас больше маны, мы справимся с этим роботом спокойно. Не уверен. Заодно посмотрим на него. А вот и Пилтоверский университет. Шараш-монтаж плюс пора-пушка. Пора 2-5 сразу. И шараш-монтаж все оставляем. И матерь масок оставляем. И университет все оставляем. Да, Хансю, если он будет давать много дорогостоящих, парочку из них он будет сбрасывать. И это нормально, я считаю. Помогите, чем можете. Привет, 2-5, девочка, да? А
Его атака, атакующий ход первый, его атакующий ход. Ну, кстати, устрашение. Подожди, я могу съесть союзника, чтобы даровать мне его навыки и характеристики. А если я не хочу есть союзника? Притяжка. Какая притяжка? Призвать. Во, да, есть кнопочка призвать, чтобы не есть. Потому что она будет каждый ход в атаку ходить. Нормально. Скушай пора. Чтобы изворотливость получить, чтобы 3 урона было. Да не, зачем? Блин, Джинкс, конечно, тоже будет 2-5. Это такое себе развлечение. Полный заряд и полный вперед! Кусаки. Блин, а ты почему невидимая? А, потому что рандом. Ты мог 4-10 тушку сделать? Смотри, а, стоп, она была бы, да, она была бы 4. Почему я думаю, что я бы плюс 1? Я просто думал, что я от пора получу 1-1. Я типа думал, ну ладно, не важно. 1-3, братан, блин, у него инвиз. Не, ну мы Джинкс играем и университет, все. Море зовет меня. Море зовет меня раз, море зовет меня два, море зовет меня три. Вначале избавимся от First Strike. Вы помните мое имя? До университета. Кого-то обязательно притянуть, чтобы убить. Да он и сам, скорее всего, будет блочиться. 2-5 бы притянул. Ладно, давай так. Нет, ну тогда инвизер, конечно же. Я не виновата! Угу. А, не посмотрел, как это будет выглядеть. Ладно, окей, окей. Киндра, качайся давай. Давайте начнем спора, подождем его атаку. Ой, тоже фирсом, блин. У бота тоже фирсом, помогите. Я никого не убью, да? А, может быть, университет добьет, если повезет. Вот Kindred. Ставка на убийство Азира звучит стонгс. Я досчитаю, но время вышло! Тер-та-тел. Стоп, а он нам не руинит Джинкс наоборот? Или... Почему я такое чувство, что он руинит Джинкс? 3-6 к 100. Я же не смогу ракеты играть под универ. Нет, ну смогу, если будут приходить дешевые карты. Да, ракеты нету. Даруйте плюс 7, плюс 2, разграбление вместо этого плюс 2, плюс 4. Джинкс, конечно же. Скейт, ракета. Вы писали. Не знаю, почему я подумал, да. Ну ладно. Начни рассказ. Тебя тоже, наверное, всех атаку. Я не вернусь назад. Сердце добычи забилось быстрее. Это предчувствие. Дурачью! Сердце замирает. Кто следующий? Тарарарам. Да, с этим ботом драться, конечно, жестко. Во, теперь не руинит. Все нормально. Куда мне две карты-то? А, потому что Джинкс дает две карты. Так, 2 урона врагу или вражескому Нексусу. Выберется рандомно, зачистка. Это сейчас мы подумаем. Поехали. Да какому Нексусу? Иди нахер. Меня ждут новые горизонты. Два урона врагу или Нексусу. Будет выбрано рандомно и восстановить здоровье. Пор.
А, можно было Нексус хилить. Тьфу ты. Пасует. Не, братан. Так, не пойдет. Помогите, чем можете. Сделай грустные глаза и раскатай губёшку. Да и так бы маны не хватило на ракету, единички нету, да? Лучше ману оставлять под рандомные спеллы. Будет тебе ракета? Не будет. Даже не мимолетная будет ракета. Почему? Я могу просто пасовать и потихоньку его Нексус расстреливается, как будто у меня на столе свейн и ракеты, но... Подожди, если меньше хп, чем у меня будет 5 хп, правильно? Правильно. Это неприятный парень, кстати. Но вот это самая неприятная девочка. Заменить университет. Не хочу. Он веселый. Пошли, скелетница. Не хочу. Приказ. У вас есть союзное творение. Кстати, колоду. Так типа я выиграл. Я нажал пас и все, я выиграл. А, ну я и так выиграл, не получится. Ну, суть не в этом. Не, универ интересный выбор для Джинксы, интересный. Он может зарешать в какой-то момент, не знаю, я типа, я не жалею, что я его взял все равно. Эк, разыгрывая меня, я сразу же отправляюсь в атаку. 4-2 юнит. Один-один жертва стража с выбором противника или 4-3 всадник с щитом от магии. Наездница, она всегда нам будет на четвертый ход давать дополнительную ману, если... Ну ладно, не всегда, но почти всегда, особенно если у нас есть пора-пушка в руке. Наездница звучит как отличная карта под Джинкс. Потрепанный бот, я иду. Минус один к стоимости Джинкс, минус один к стоимости Киндред, пояс великана, и когда меня призывают, создайте мимолетную копию в руке, то есть обезьянку, условно говоря, либо духовное путешествие. Ну, конечно же, минус стоимость. Угу. Джинкс за 3, Киндред за 4, Джинкс за 3. Джинкс — главная карта. Одну не мимолетную, и тогда в начале раунда универ будет съедать... А, он в начале раунда съедает карту и потом дает. Логично. Логично, кстати. Это хорошо, да. То есть универ все-таки работает с Джинкс. Ну, вот мы и решили вопрос. Что, у нас все еще работает этот баф плюс один? Да, работает. Матерь Маск. Привет, Джинкс. Только мы с тобой, скелетница. Ну еще они. А, ну да, в начале раунда сбросьте, а потом создайте. Логично. Логично. Я умею приспосабливаться. Изи ракетов в начале хода. Тобой будущее. Месть боту, да. Ща я ему нормально так отомщу на самом деле. Гиляторная пора пушка, только не инвиз. Инвиз, поэтому берем. А, матерь масок в помойку, хотя она хорошая. Устрашение, first strike. Маски расскажут о тех, кто их носит. Кажется, бутборщик сейчас просто умрет. Помойку. 3 урона. Жестко.
Ну, ракет сейчас вряд ли сыграем каким-то образом, да, это мы никак не сыграем. Кендред, значит, блин, ну Кендред хочется сыграть. Придется, я лучше без ракеты на следующий раунд проживу, чем скипну Кендред просто так. Понял. Как так сейчас сработало? Почему мне ракета просто так в руку пришла? Сбросилась. Я не понял. Во, видите, наездник как топово работает. Слева направо триггера. Джинкс стоит слева от университета, и поэтому вначале задрогала карта, а потом она мгновенно сбросилась. Ля, сколько механик-то между университетом и Джинкс. Ну капец, конечно. Опять этот... вылез, но в этот раз он не такой страшный. Дайте союзнику плюс 2, плюс 1. Или уничтожьте союзное место силы. Это не сыграть, это не сыграй, ладно. После атаки Джинкс будет справа. Я могу ее переставлять же, нет? Улыбнись, это называется игра с огнем. Хоп. Всегда вперед. А, нельзя, да? Хе, ладно, понял. Семерона стороннику. Не, ну у нас ракета. У нас ракета, нам хорошо. Короче, он обязан дефаться. Вот и победитель. Но я не буду в освобожденную мощь играть, пускай они расстреливаются. У него регенерация, тварь. Ее не добили, у нее тоже регенерация, кстати. Мне ракету. Сделал добычу. Он прокнулся в этот ход. По-моему, нет, он не светится желтым. Верните бойца, используйте танец с клинками. День, ночь создайте случайно. Ночную, ночь создайте случайно. Дневную. Давай мгновенно. Расколотый путь. О, это и блокеры, и станы, и все, что нам нужно. У нее вампирка еще, блин. Только что получила. Как глупо. Тебя нет пробивного удара? Нет, все нормально. Блин, какой сложный моб. Сердце добычи забилось быстрее. Это предчувствие. Да, ну просто пасануть, я выиграл. Ну это все, это классно, это офигенно на самом деле. Погоня закончена. Mm-hmm. Будут и другие. Станчик я нормально задрогал такой. Крах! Убейте своего бойца, чтобы уничтожить своего врага или место силы за две манны. Кикстековый преобразователь, который будет нас хилять, или в начале игры вытяните противостояние в руку. Крах звучит хорошо. У меня 4 перевыбора. Чтобы Виктора убивать. Хил есть хил. Ну да, и кикстековый преобразователь тоже в целом неплох, но... Виктора там статы у юнитов-то сильные будут. Очень. I don't know. Виктор, хороший шанс на спеллшилд, не спорю. Стреляем Нексус, может быть. Ну там Виктор вампирку найдет. И хер мы что разыграем. Я думаю, что крах можно взять. Но мы собьем ему спеллшилд чем-нибудь, правильно. Правильно. Применив меня, получите шанс сыграть меня еще за ноль. Применив меня, вытяните чемпиона. К сожалению, тебя я обычно сбрасываю. Но вот этот крах с дополнительным экземпляром звучит отлично. Целитель для сброса карты или магазин? У меня 430 монет.
Сбросы, сбросы, сбросы карт. Какие карты можно сбросить? Душепийцу. Убейте союзника, чтобы вытянуть две. Новичков каких-нибудь. Кто верит, что мы пройдем Азира? А давайте, Гамбу. Давайте, пройдем Азира. Воскрешений нету в этот раз. Да, нет, две минуты есть у вас на Гамбу. Я пока вас закупаюсь. Чел с тараном, 3-5, призовите безрадостного беса, если вы уже разыгрывали созданную карту или убили бойца заклинанием. Это круто. 3-5 плюс создает... А, безрадостный бас. Ну, это два юнита. Один. Лозы. Хотя лозы с выбором противника... Если лозы чем-то накачать, не выбором противника, а чем-то получше, да? Устрашение на падшую уравнительницу. Призвав меня, создайте в руке карту «Ночной набег». Союзник идет в самостоятельную атаку. Для Джинкс неплохо. Изворотливый пора. Восьмерку бери. Разыгрывая карту, если за эту игру вы сразили 13 плюс бойцов, убейте всех вражеских сторонников, затем призовите мою копию. Она звучит отлично. Да, на Азире. Да, не, ну я не против Азира скорее. Я думаю против всех вражеских сторонников. Да даже против этого. Ты не должен так долго играть. Должен, я на универе сижу. Не, она за 40 выглядит как хороший эпик вполне. Да. Да, интересная карта. Отсчитайте один раунд, оглушите двух слабейших врагов в день, призовите мою копию с цифрой 2 на счетчике. То есть сразу двух за 5 маны. 5 маны дороговато. На универе она у тебя один ход. Ну и придет, и будет норм. Сделаем так. Не буду докупать еще этих йордлов, наверное. Хотя, 3-5. Купи 3 тянки. Ну можно еще одну, стоит всего 40. Я предлагаю еще один перевыбор. Я успел ее купить. Кейта, рука. Со стойкостью под джинкс, пробивной удар, танцующая девочка, я плю, плюс один, ярость, я дракон. То есть она 3-2 и отправляет еще нож в атаку, еще и дракон. Это точно нет, трехлучевой невероятор. Сыграв карту стоимостью 3, пока я в руке. Но вообще неплохо за 20-ку всего. Он 5 стоит. Короб. Короб не убивает Виктора. Уничтожение убивает Виктора и потом возвращает его через 2 хода без бафов. Кейта, ну пятера тоже дорого. Вот эта двойка нравится. Типа 3-2 дракон. Короб против Азира. Не хочу против Азира собираться. Погреби Виктора. Так он нового поставит. А прикинь, потом вылезет 2 Виктора и будут создавать каждый ход по 2 ядра. Нормально будет? Жетон перевыбора. Докупим все равно. Ну поехали, пепчаны и солдаты. Бог Император Азир взирает на вас со своего золотого трона. По мановению его рук из песка поднимаются пепчаны и солдаты. Ядро одного Виктора не подействует на другого, если что. Такое бывает, но я не знаю, я себе представил такую ситуацию. У него, наверное, 2 маны. Нет, единичка. У Виктора, небось, 2 маны в начале будет, да? Крах сразу в руке. Чё он там делает? Применив меня, шанс разграбления. Моя стоимость удешевляется. Сразу Пилтоверский университет. Пора пушка. Блокеры есть. Кусаки есть. Крах. Нормально. Пилтоверский университет. Да. Вот это выкинем. Еще этот с щитом, кстати. Я совершил вознесение. Пришел через Шуриму. Раздели наше видение, солдат. В атаке, да? С вампиркой. Yes, попав.
Попав-то я попав, но этот с изворотливостью. Но все равно сыграем. По воле Азира. Следующий ход это танцующая с лентами, наверное, да? Которая отправляет нож в атаку. Нормас. Берегись. Азир 3-5 с киркой. Заставили императора работать, понимаете, трудиться на шахтах. 6-6 джинкс блочится от Азира изи. Умный бот. Тарам, тарам, дам, дарам, дам, дам, дам. На C4 призовите двух солдат. Вот твой. Били, блин. Чат на экране, кстати, почти не видно. Ну, потому что стол, наверное, такой. О-о-о-о-о. Смотри в будущее, а не в настоящее. Сейчас, кстати, как вариант сожрать повелительную матерью масок, просто танцующую с лентами, и отправить ее в блок против Азира. Это первый ход. Расскажут о тех, кто их носит. Второй ход поставить джинкс. И он не блочится. Окей. Сразу же в атаку. Всем. Чтобы сыграть наездницу. Наверное, все сыграем, уже только потом будем универ играть. Я готов потерять 4-3 блокера сейчас, чтобы у него у его Азира осталось 1 хп, конечно. Паучка. Вот паучка неприятно. У него не 1 хп останется, 2, он дракон. Придите! Угу, 3-1 юниты. Два как раз юнита в блок. Вы призвали 13 плюс союзников. Выполняйте приказ, император. Твоя служба окончена. В любом случае, это плюс манна. Сегодня мы пируем вас. Это плюс ракета. Ну, универ тоже был бы хорош. Я бы убил Азира, кстати, на этот ход. Ну, не знаю. Ну, теперь по-любому универ. Сделайте предсказание. Даруйте минус 2, минус 0. Ладно, как скажешь. Какой-то пусть маршал. Так, это я играть армию не могу и не вижу смысла, поэтому мы просто делаем так. Можно было пасануть, но он бы, скорее всего, тоже пасанул. Но это не точно. Такс, блоки. Какие два тарана у чуваков, вы чё? У меня есть маска для тебя. Разорвем их. Освежу им заживо. Без разницы, но... Благословение! Это должно быть ГГ. Что за таран? Таран наносит один урона, когда в атаке бьешь. Но он может стакаться, может быть 1, 2, 3, 4, 10 тарана. Поместить любого сторонника с поля в свою руку. Молотосос. Так, давайте начнем с молотососа, потому что елмуков я точно играть не хочу. О, этот мне нравится. Кажется, он его у меня украл. Ну, минуточку. Все мы песчинки в бескрайней пустыне.
выпей. Так, и чё? Что мне делать? Нет. Девочка, ну я могу получить сейчас ракету, но... Все по плану. Это бесполезно. Пыль на ветру. Потому что нет манны. При том, что у меня на один кристалл больше. О, субмарина. Офига, один с карты. Я уже сыграл. Весь ракета. Да. Вытяните одну карту. Чувствуешь драйв? Два разных случайных чемпиона из руки и колоды. Увеличьте их свои характеристики, да. Сливы не обсуждаем. Не могу сыграть, серьезно. Тома! Тома! Ладно, кажется, Азира мы вынесем. Призовите двух пипчаных. Уф. Там Глоба. Глоба. Когда он делает... Когда мы приходим... Все отступаем. Какие шесть? Зря я ракету так рано потратил, да? Новая когтеточка. Как у тебя всего лишь 3-2? Да, она все равно медленная, так я бы успел, он же двух призвал перед тем, как в атаку пойти. Покушай. Это мне! Нам. Сильно покушай. Да, здорово. Сердце добычи забилось быстрее. Это предчувствие. Вот бы она качнулась, но нет. Кстати, шараш-монтаж сбросится, я, получается, возьму сейчас, получу этого паучка, да? Зря субмарину поставил. Да не, нормально вроде. Да, паучок поставился. Это хорошо, это хорошо. Дрессировщик акул, когда атакует, потратьте один спеллманны. У меня нет одного спеллманны. Заморозьте врага, призовите ледяного раба. Так, а она что, призывает солдата, да? Давай-ка ты перестанешь призывать солдат, хорошо? Давай, создайся, создайся за бесплатно. Ну и говно. Я ракет на следующий ход не получу, ошибочка. Он даст спеллманну? У него эзотерика, не посмотрел. Не посмотрел. Так, ну мы, короче, что делаем? Делаем так, чтобы ракету на следующий ход полутать. Угу. В любом случае ставит всех блокеров. Капец, у него гробница. Пьедестал, пьедестал. Вот только победная. Поздравляю синих. Азира прошли, нормально все. Но это было несложно. Кажется, можно наградить себя. Мы всех подорвали. Томатным гёзе. Да? Хорошего вам вечера пятнички, друзья. И приятного просмотра. Бригадир. Справляюсь в атаку, набираю одну спеллманну. Применив меня, замешайте две моих копии в свою колоду, их стоимость равна одному. Вытяните. Создайте эфемерную копию. Это, кстати, звучит хорошо. Сыне стальное крешендо. Сегодня мы будем порхать над родной землей. Исполняя танцы наших семей.
наших предков мы дети Ионии, и сегодня мы танцуем во имя искусства, свободы и друг друга. Какой-то у них тут... Гачибас происходит, да? Если так подумать, крадущиеся тени звучат охеренно. Создайте в руке... Уберите остальные карты в свою колоду и создайте эфемерную копию союзника. Мы берем эфемерную копию в руку. Подождите, не, нужна ли мне эфемерная копия? Просто, ну, это выбор карты. За один взять ровно ту карту, которая у нас есть. Ну, которая нам нужна. И выставить. Создайте в руке точную копию. Так мы две карты берем, а не одну. Две джинксы, например. Одну из них эфемерную. Ну это просто хороший дровол. Причем он будет стоить один. А, только сторонники чемпионов не берет. Ну тогда скип. Священный защитник, призвав меня, вытяните Шена. У нас нет Шена. Он еще с медальоном щита. Под Шена-то. Призрачная шутница. А вот был бы чел с поляны. Но это на самом деле... Тоже неплохо, еще и щитом от магии. Производственный бум. Производственный бум тоже хорошо. Играть его даже за 0 маны можно. Еще карту дровает. Надо на все карты смотреть с учетом того, что, возможно, на столе стоит универ, да? Это интересный все-таки выбор, и это интересный выбор. И стол заполнит, если что. Шутница еще одно место на столе займет. Не, давайте еще один рерол, что-нибудь интересное поищем. Шутница не нужна, ты и так стреляешь Нексус. Ну, а так я буду дважды стрелять Нексус. Ветрокрыл, который одновременно дракон. Со статами 5-3. Инвизер. И бафает весь стол. Но играть его за 7 супер дорого. С учетом нашей джинксы, да. Я бы, честно говоря, взял нетерпеливого ученика. Вот он звучит хорошо. Это просто манна. Поехали. Чтобы быстрее избавляться от спелов и вот это вот все. Умелец, дайте слабейшему +3/+3 до конца раунда, призвав союзника, теперь он дракон. Дракон Джинкс. Убивает слабеньких врагов, съедает их, получает бафы +1/+1. Это всего лишь +3/+3. Да еще один рерол. Не знаю. Ярость неплохая. Но вообще у меня слишком мало хп у юнитов для того, чтобы ярость работала. Это я тоже согласен. То есть ярость хороша только на джинкс, по факту. Хер его знает. Кстати, а университет может чемпионов давать? Создать 3 случайные карты. Да, наверное. Мерец отличен. Ну, он хорош, чтобы вначале рашить как-то. В этом плане он неплох. Это да. Хорошие статы, но...
мид-гейме как бы начнет проседать. То есть он такой чисто для эрли-гейма. Но мид-лейт-гейм мы выигрываем Пилтоверским университетом, верно? Наверное. Может и правда умелец. В начале раунда. Ладно, давайте возьмем. Смотрим дальше. Ну, здесь мы точно идем не налево. Кстати, здесь не хил. Горнило. Начало игры, оппонент призывает карту Хекстековое горнило. Стоимость всех его карт снижена на 1. Что здесь? Камень на камне. Призывает рассерженного камненосца. Оппонент дарует ей пробивание и 2-2. И вызывает спящего. Еще и с пробиванием. Вот то, что они с пробиванием, это, конечно, не прикольно. Но сундук с предметами... Фиолетовый сундук с предметами чемпиона звучит как топ. Кажется, теперь она направляется в вашу сторону. И какая-то девушка с громким смехом сбегает на гребень бархана. Ой, сейчас тяжко будет. Ну вот, кстати, плюс три сейчас против нее затащат. Кусаки скинем. Эй, ты, да, ты, как насчет армрестлинга? Сыграет ли она какую-то единичку? Хер его знает. Предлагаю сразу делать так. Так. Слабейшему, то есть кусакам. Могут заролить стойкость. Да, да, это точно. 3-5. Угу. Именно что кусакам. Придение ко мне, хватите место силы. Че, она его за ноль сыграла, или мне показалось? А, у нее был один манны. Пусть тревоги стекают с нас, как вода. Если вы уже разыгрывали созданную карту, мы разыгрывали созданную карту. Даруйте союзным чемпионам местам силы щита. Не тревожься. Не вижу смысла здесь блочить, это хороший пора, еще пригодится. Хотя добили бы на этот ход. Сразу Джинкс, поехали! And them. Минус. Хромовичок. Он еще не сыграл ни одного камненосца. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы, кстати, от них сможем копателями еще блочиться. В теории. Она сыграла первого камненосца. 7-6. Развитка. Испей воды. Ну, в разведку противник, к счастью, не ходит. Не умеет. Да? Сбрасываем шараш-монтаж. Или играем этого чела. Че у него таран 3-1? Я предлагаю запугать его. Пускай блочится от них. Выточенный камень, как скажешь. Это будет отличный день. Спой мне песню камненосца. С вампиризмом. Я иду! Улыбнись, это называется игра с огнем. Я не уверен, что я хочу вот этими всеми атаковать. Ну, может быть, вот этим. Ну, потому что он, во-первых, в таране, во-вторых, этот подъефается здесь от девочек. Убьешь крахом. Если доживу до него... А, он сейчас дешевый будет, да? Он сейчас будет дешевый. А значит, лучше вообще не идти в атаку. Отдадим 3-5, этот пускай в блоке пока стоит. 3-1 отправляй тогда. А у нас в любом случае уже... А, нет, я обязан, если она заблочится... Угу. Мир жесток! Мы
Мрачная какофония! Суть в чем, если заблочится, мне надо нанести хотя бы один урона, да? Ну... Нет, нет! Получается, надо убивать шараш-монтаж. Небось, крабы думают, что это мы ходим боком. Так, теперь зато плюс три прилетит на нормального юнита какого-нибудь. 6-8 блокер, идеально. Соляной шпиль, понимаю. Так, новичок из взрыв отряда звучит как помое. А поэтому выбрасываем это. Сколько тебе юнитов еще? 8 осталось убить, да? Пацан. У нас следующая атака хорошая, вполне. Сделаю все, что нужно. Семерка. Блин, на Джинкс ничего не приходит. Вообще ничего не приходит, да? Грозно получилось. Сейчас будет три камненосца, да? Звучит очень страшно. Крах на место силы. Да, на соляной шпиль логично накидывать. А я не знал, кстати, что он умеет уничтожать вместо силы. А, тема-то хорошая. Если его копия еще придет. 50 на 50, ну пожалуйста, ну сработай, ну второй раз подряд. Ну какого хера ты не работаешь? Ну сработай! Запах страха. Говно. Два раза подряд этот перк не прокнул. 7-6, у него места, кстати, нет почти, да? То есть он должен был создать двух ос... Нет, не может такого быть. Он же... Нет, он одного пока создал. Затем призовите мою копию, сразив 13 бойцов, 6-6, блок, 5-4-3-5. А что, куда баф прилетел? На нетерпеливого ученика, да? Ну, на говна кусок, конечно. 8-5 тоже не очень. Скип. Ну, раз он пасует, то и я, почему нет? Сташай руку. Джинкса. Ракеты. Honestly speaking. Пошли, скелетница. Не хочу. Узкая атака. Я тебя собью. Кого из них убить? Вот этого, наверное. В этого может что-нибудь прилететь. А может не прилететь. Ну да, руку надо. На самом деле, надо будет этот ход делать, конечно же. Не надо двигать этот счетчик, пожалуйста. Я досчитаю, но время вышло. Мы стоим на пороге. Того у него 5 атакеров, 1 инвизерный, у меня 4 блокера. Ну говно. Ну и говно! И у всех пробивной удар. 9 хп. Да, как теперь это восстановить? Воскрешения у меня нет. Может быть, ивент на воскрешение придет к 100. Почти выиграли, если сейчас руку почистим и этим сходим в атаку. По факту. Ну да, выиграем. Угу. Угу. Пиу-пиу просто так не сыграть сейчас. Вот так вот, да? Okay. Лучше беги. О, как тут круто! Угу. Мы всех подорвали! Так стреляй в лицо, ну...
Это я и буду делать. Спасибо. О, призвав меня, восполнить столько маны, сколько я стоил. Класс. Только когда я тебя призываю, уже других карт в руке нету. Стойкость на наездника, пробивание на таран. Не, ну... Против бота надо было до нее. Ну, не знаю, кстати, Хансю, не знаю. Мне кажется, все равно после атаки. Ну, типа, я привык к тому, как правильно делать все равно. Бесполезно. Быстрая атака. Плюс один поддержка. Давай, Давид Агриба. Ну, давай хотя бы на Кусаки возьмем поддержку. А, что-то я не вижу здесь хилок. Разведка на Джинкс. Ну, я ж себе. Неплохо. Боты-охранники, призовите турель. Наши любимые. Призывая союзника, игрок дает ему минус 2, минус 0 до конца раунда. Союзника дает ему минус 2, минус 0. Ясно. Пара-парам. Кстати, боты супер-изичные на джинксе сейчас. Вообще изи-мод просто. Я стою плюс 2 маны, но у меня 5-7 статы. 5-7 статы звучат отлично. Берем. Магазин. Что здесь будет дальше? Я не иду направо, хоть там и магазин. Я иду сюда, потому что здесь тоже магазин. Зеленый, кстати. А это синий. Жетоны. Жетоны хорошо, но... Хочу ли я сделать рерол и посмотреть еще что-то. Надо было до жетона делать. Опять плюс 180. Ну, кирка тебе. Ему кирку хочу отдать. Угу. Кстати, призвав меня. Я попадаю в сброс, призовите меня. Я так и не понял, работает ли философский камень, если я... Призываю сбросом. Но у меня уже нет монет на это. Кирка выглядела нормально. Идет через склад. Здесь должна быть хилка. Если там не хилка, то это, конечно, ГГ или не воскрешение. Дальше типа вопросы. Среди них могут еще быть улучшения. То есть... Здесь, да. До тихексов там уже не так изично. Ну да, после тихексов, конечно же, проблемы начинаются. И у него он начинает с 2 манны. Честно говоря, я хочу сбросить все. Для того, чтобы найти сбросы, чтобы начало отыграть получше. Вот они, сбросы. Безопасный режим? Не слышала. Помогите, направо. Право. А, хорошо. Отлично. Экспедиция? Как здорово! И, наверное, не ставлю. Хотя это, ну, можно. Не, не буду. Фирсом тут. Еще Фирсом призывает. Нет, сейчас 2-1 придет. Он уже почти все карты в руке израсходовал, жесть. 2-1, 2-2, ферстрайк, конечно, неприятно. Так, ну тут Кусаки. Блин, а в кого я единичку буду вписывать? Какие нахер Кусаки? Джинкс, это Джинкс. Спасибо. Пошли, скелетница. Не хочу. Едем дальше. Вот, я сбилась. Мои записи. Как делишки? Неприятный чел. Следующий ход в университет по-любому. Ты.
Не ставлю 4-3, может, двойка. Хотя... У него места не... Не, не ставлю, оставлю в блоке. 3-2 умирает от 2-5. Ах, вот кого нельзя было ставить в атаку. Угу, ошибочка. Разведка вначале сделал. Блин, 4-1. Мибизиана. На самом деле, мне хочется чуть-чуть повременить сейчас с... университетом. Я обязан это делать. Потому что это жестко, это жестко. Я предлагаю начать с чего сейчас? Сразу же бодрячком бахнуть в... Я хочу попробовать попасть либо в 5-1, либо в 4-1, да, на рандоме. Либо даже в 3-1, если это снесет урон сбросом карты. Не узнаю, пока не сбросится, да? Хм. 5-1 еще опасный. Не, лучше просто так сделать. Концерт окончен! Найс! Идеальный выстрел, божик! В 7 карт попал в самую нужную. Надо идти в Хардстоун играть. Скип. Ну, конечно. Не дракон, к сожалению, да? Ну, конечно, 6 хп на Виктора я не представляю как. Вообще не представляю. Джинкс — это Джинкс. И я не могу ее сыграть, если не сыграю Пелтаверский университет. Поехали пока так. Кому научного прогресса? 3-4. Он блок получил. Тварь. 3-4. Бесполезно, но... Да, бесполезно его притягивать, да? Все по плану, я его уже придумала. Можно притянуть, убить ракету. Когда там уже 8-8 боты пойдут? А уже довольно скоро. Потому что потом мы не сможем его сблочить, у него будет first strike. И плюс он сблочит много атак от университета, возможно. И это неприятно, поэтому надо убивать. 8-4 с пробивкой. Тяни 2-3 и убивай через крах. 8-4. А, неплохой на самом деле плей, потому что у меня все равно есть 2 маны. Я не подумал о крахе. Но этого тянуть тоже не особо полезно, по идее. 8-4 с пробивкой действительно криповый. И это даже не ракета в начале следующего хода, потому что мы еще не качнули Джинкс. По-моему, это лус вот прям вот сейчас. Вот прям вот он идет в опен атаку бота, я проигрываю. Единичка попала куда надо, найс. Разыгрывая карту, сыграйте зов. Разыгрывая карту, даруйте врагу уязвимость. Давай зов. 3-6, тем более блокер, отлично. Хватит маны? Нет, у меня 2. Эх, золотая сестра. А это что за звезда? А это? Да куда еще врагов не надо? Просто призыв. Тех, кто их носит. Бот пасует. Сморг. Ну, сморг-то может и сморг, но 7-1, да, вот это все. Сейчас как бы ракета будет. Главное, попади сюда. Ну что ж ты. Призывав меня, если вы призывали бойцов из 4+ регионов, нажмите таран 4 раза.
Разыгрывая карту, даруйте плюс 2, плюс 0, чтобы дать минус 2, минус 0. Моё хп. До текехов, походу, не доживем. Да нет, как раз таки доживаем, по-моему, сейчас, нет. Вот они вылезут, вот прям... Надо было сходить в опен-атаку за Джинкс. И даже световой удар не спасет, капец. Дайте плюс 2, плюс 0, чтобы дать минус 2, минус 0. Убиваем робота. Живем на блокерах, на сбросах карт. Здесь он кем будет блочиться? Ну, 7-1, очевидно. Здесь, может быть, 5-1 отправит блок. Может быть, 4-2, кстати. Если он задефается 4-2, ну, тут останется 50 на 50, по крайней мере, тыкалка. Стоп, может быть, вот так вот лучше. Зачем 0-1 тогда? А, чтобы он выжил. Мне нужны блокеры. Один с тараном. Да не, я надеюсь, он умрет от того, что обилки жмутся. 7-1 желательно убить, но она может сдохнуть просто так, от сброса карт. Я надеюсь, что он сдохнет от сброса карт. Сейчас выйдет Тихек с пробиванием. Ну, yes, попали. Хорошо, хорошо. Нет, 8-8 с блоком пришел. У нас еще возвращение домой есть. Бегство от стресса. Дайте бойцу 1-6 до конца раунда. Призывайте самоцвет. Давайте начнем с самоцвета. Просто играем впереди в блокеров. Мой дар сохранит тебя. Пас. Инвиз. Ну, инвизера мы вернем домой, наверное. Это блок двух юнитов. Тебя можно убить. Против тебя можно заблочиться 3-5. Ты не примешь мой дар? Тебя можно вернуть, сделать вот так. Здесь поставить 4-4, 4-4, здесь 2-2. 0 урона получаю. Все более-менее хорошо. Да, да, да. Да. Единственное, возвращать лунную сновидицу классно было бы, чтобы ее сыграть, но я ее за 5 сейчас не сыграю. А девочку за 1 сыграю. А карты сбросятся и нанесут по Нексусу урон. По Ноксус. Немного удачи для тех, кому она нужна. Дайте бойцу характеристики, иди нафиг. Ва! Ну чё, джи-джи. Веселуха начинается! Найс. Ну, как бы, окей. Фух, как хорошо, что бот не умеет мистики в Nexus. Не, умеет, если у тебя там у Nexus 2 хп осталось, по-моему. Ну, я не представляю, как с 5 хп Виктор переживать. Мы в лучшей форме перед Виктором. Да. Примив меня, вытяните чемпиона. Да. Ура, пупшка. Я понимаю, что меня целитель хильнет, но на 7. У меня будет сколько? 12 хп. Класс.
Это тоже хорошо, кстати. Но... Девяносто дорого. Сорок пять. Все равно не смогу ничего купить уже, наверное, да? Плюс семь здоровья. Ладно, тут спасет только истинная удача. 12 хп. Госставочку. Ну давайте попробуем. Давайте пройдем Виктора. Давайте 2 минуты на ставку. Вы можете посмотреть на первую руку. А я пока подумаю, что с ней делать, с этой первой рукой. Оставлять Кусаки точно. Выкидывать Киндред. Может быть, даже оставлять Крах, чтобы за два его потом юзнуть и убить что-нибудь Виктора. Крах надо в руке оставить. Он у меня с тремя бафами. Это одна из самых сильных карт моих. Киндрой Виктора убьешь. Я не доживу до Киндры сейчас, чтобы убить ей Виктора. Даже под крахом. Даже под крахом, я думаю, я не доживу. Киндру надо выкидывать. Джинкса даже важнее гораздо. Я верю, но не туда. Две манны, да? Моя первая атакующая. Это хорошо через кусак. Мелис, блин, бурный поток маны. Это кашкек. Если я реально выиграю с бурным потоком маны, будет очень жестко. А где гамба? Там еще, наверху. Либо вот здесь, вот в рогаликах. Сейчас я быстренько новую механику двойного баннера заодно выложу на ютубчик. Ну все, поехали. Виктор топ как... О, боги, нет! Я подарю тебе то, чего не можешь дать, бренная плоть, цель. Кусаки сильнее, да, как первый сброс. Плюс, они еще и дают плюс один, если бы я еще об этом помнил. Меня ждет блестящее будущее! Какие у тебя... Статы на первый ход 6-4, чел, ты... Дурачье! Это медленный спелл. Я сломал руку! Что? Ну что у меня? Ну опять дровы. Ну что с крахами? Что? Как я их юзать должен? Три краха в руке. Ладно, поехали. Джинкс. Стань частью великой эволюции. Привет, 4-7, Виктор. Он даже не блочится, Джинкс. Не откажусь. Doesn't give a f-
flying fuck. Синхронизирование завершено. 7-8. Вот теперь, скорее всего, заблочится, но мне нельзя ничего делать. Ну все, но он выигрывает в open атаке. Почему оно, блин, медленное? Почему оно медленное? Если бы я только как-то мог сейчас все это разыграть. Я могу убить техноманьяка через бодрячком. Он, скорее всего, притянет одного из них. Я все сделаю. Просто шикарно! Медленное. Двоем заранее и... Ну, либо я, конечно, могу крахом попробовать Виктора убить. У него пробивной удар. Здесь будет 9 плюс 5. У меня будет 4 хп. Плюс я убью техноманьяка. А если он этого этим притянет? Он должен притянуть слабым, по идее. Так я... По крайней мере, вроде бы выживаю. Никаких крахов сейчас. Вот теперь, видимо, я крепко бью. Так-то лучше. У этого, кстати, тоже 3 хп теперь, но уже поздно. Нужно переделать. У него нет спелл шилда. У него есть first strike. И вампирка. 10 атаки. Мы убиваем этого челика и дефаемся от большой вумпы. На следующий ход ставим пору, убиваем Виктора. Какой прием? Ноль. Ну, спасибо, блин, за ноль. Ну, а чё я за ноль? Просто потеряю Джинкс и убью Виктора сейчас. Как вариант. Но опасно и не похилюсь нихера. Ну да, конечно, эта херня в какой-то веке пришла, блин. Грибы! Блин, у меня 5 грибов в колоде. Потом тебя добивают грибы. Вполне такое возможно. Я не хочу терять Джинкс. А он остается в руке, кстати. Да какая хранительница святилища? Ну давай еще больше дорогих карт. А, я не убиваю Виктора крахом. Прекрасные создания. Еще грибы, озарение. Двойка. Ладно. У него все еще 9 хп, к счастью, и он все еще не может блочиться. Теперь у него будет 10 хп, и он качнулся. Должно реализовать свой потенциал. Пробивной удар, вампирка, first strike. Энергетическое ядро улучшено. А, крах за 0. Крах за 2, вернее. Найс. Ты пока не знаешь. Техноманьяк вылез, еще и невидимый. А у меня же останется что-то мое. Пошли, скелетницы. Заблочься. Убиваем или не убиваем? Прости, Джинкс. А на следующий ход, не знаю, даже универ, нет.
хз, пустой стол, три карты на две моих, восьмерка далеко, шарашмонтаж как блокер. Против расстрелятора 3-5. Это, скорее всего, скип. 6-8, Виктор, невидимка. Фак! У него, блин, дубина еще в руках. Верни карту в руку, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Карты закончились. Ну, может быть. Нет, только не выползни. 3-3. Нет. 2-2. Нет, отстань. 7. 9 урона, у меня 1 хп. Савари, разрушитель, вершин Таргон. Уменьшите стоимость случайной карты в руке каждого игрока до нуля до конца раунда. Великая эволюция, сейчас его бафнет жестко, да? Вершин Таргон звучит норм. Призвав меня, создайте в руке тьма. Тьма медленная. 3-2 юнит. 7 урона. Я смогу добить утильного выползня, да? Ну, вначале, наверное, 4-1 пацан. Пик звучит играбельно для меня, потому что у меня-то три карты, а у него ни хера. Я поставлю пик потом, скорее всего, вместо разрушителя. Не знаю, вопрос лишь в том, что делать сейчас. Блокера или... Ну, наверное, все-таки Савария. Я буду здесь, пока не сгину. Пик не... Системное обновление. 9 урона плюс 9 урона и таран. Фак! Дай мне сыграть карту. Предохранитель отключен. Какой бот тупой. Я все еще жив. Да, пик я уже не поставлю, кстати. Железные братья. Шесть плюс один сторона. Живем. 7 плюс 1 сторона. Как скажете. У нас 1 хп. Лучше убить, чем просто так ничего не играть. Пика не нужен, пик очень нужен, но я не могу его поставить. Грибочки? Нет, не грибочки, не надо. Покажите противнику бойца из своей руки, восстановите своему Нексусу столько здоровья, сколько силы у этого бойца, просветление, стоимость этого бойца стоит 0. До просветления одна ванная манна. We must stand together, Алекса, спасибо за пятый месяц риса вам, спасибо. Но это в любом случае хилка на 3. Когда я впервые выбираю противника, даруйте мне щит. Но ты не будешь выбирать противника. Ладно, я показываю тебе девочку 3-2. Киляюсь на 3. Опять инвизер. Как обыденно. Он вампирится. У него 38 карт, кстати. Мягкая поступь прогресса. Мягкая. Сейчас могут какие-нибудь возвраты прийти под блок, что-нибудь такое, типа какие-нибудь спеллы, чтобы справиться с котом. Давай. Рассвет и сумерки — это не спелл, чтобы справиться с котом. Я проиграл. Котна. Если вы повышали уровень чемпиона, исцелить всех на 2. Звезд союзника не эфемерные. Все. На что ты тут рассчитываешь? Да я мог еще выиграть, я серьезно. Напрыг. Готовьтесь к нашествию. Нашествию. Ни одного инвизера не пришло. Ну пора, ну эти пора пушка могла прийти, чего-нибудь. На самом деле, если бы я взял воскрешение, а не плюс один, плюс два для Джинкс, было бы, наверное, лучше. Эх.
Я бы сейчас риснулся с 30-очкой здоровья, и все было бы хорошо. Тут надо воскрешение брать. Любому. Вторая попытка, да. Пройдем Виктора. Нет, не прошли. Поздравляю, красных. Ух, это было... Ну, это было хорошо. Это было хорошо. Ну, можно сказать, первая встреча с Виктором, да, и довольно балдежная. Ячейка для обычной реликвии. Возрождение, у вас +2 перевыбора.